Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Николая Платоновича Огарева расположен в центре европейской части России, в городе Саранске, который является столицей Республики Мордовия. Университет входит в число крупнейших вузов России. За время существования он значительно укрепил свои позиции в составе университетов страны. Сегодня Мордовский университет – один из ведущих вузов, динамично развивающийся образовательный, научный и культурный центр России. Преимущество Мордовского университета – широкий спектр выбора естественно-научных, инженерных и гуманитарных направлений подготовки и специальностей. Университет включает 10 факультетов, 7 институтов и 2 филиала. Наши студенты могут получать образование разных уровней – бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура, для студентов-медиков – ординатура. Действует система дистанционного обучения и ряд специальностей среднего профессионального образования. Разработано множество программ переподготовки кадров и программ дополнительного образования. Ведется подготовка абитуриентов к поступлению в ВУЗ. Решением правительства Российской Федерации Мордовскому государственному университету имени Николая Платоновича Огарева установлена категория «Национальный исследовательский университет», что подтверждает высокое качество получаемого в нем образования. Особая миссия университета – сохранение и развитие финно-угорской культуры. При ВУЗе действует научный центр финно-угроведения и информационный ресурсный центр «Наследие культур финно-угорских народов». Огромную роль в подготовке будущих специалистов играет современная научно-исследовательская база. Учебные и научные лаборатории Мордовского университета оснащены оборудованием мирового уровня, организуются стажировки и обучение наших преподавателей и студентов в ведущих международных и российских научных центрах. Университет активно сотрудничает с Российской академией наук и другими государственными академиями. В ВУЗе успешно функционируют молодежные инновационные центры, студенческие конструкторские бюро, более 100 научных кружков. Укрепляется интеграция с ведущими исследовательскими центрами и научными школами России. Расширяется взаимодействие с университетами Англии, Венгрии, Германии, Китая, США, Финляндии, Швеции и ряда других стран мира через выполнение совместных проектов. В ВУЗе обучаются студенты со всей России, а также иностранные студенты из различных стран мира. Дипломы Мордовского университета признаются службами и агентствами по верификации образовательных документов зарубежных стран, что облегчает трудоустройство выпускников по возвращении на родину. В настоящее время в ВУЗе получают образование около 20 тысяч студентов. Для проживания студентов и аспирантов университет предоставляет комфортные условия. Студенческий городок располагает 19 современными общежитиями, где есть компьютерные классы, тренажерные и актовые залы, комнаты для самостоятельной работы. В университетском квартале функционирует сеть Wi-Fi. Студенческий городок является победителем всероссийского конкурса на лучшее студенческое общежитие. Много внимания в ВУЗе уделяется спорту и физической культуре студентов. Наш университет – многократный победитель всероссийского конкурса «ВУЗ здорового образа жизни». Спортивная база университета включает 3 спортивно-оздоровительных комплекса, 6 спортивных и 5 тренажерных залов, 2 лыжные базы. Создан Центр развития физкультурно-спортивной деятельности со студентами с ограниченными возможностями здоровья. Для любителей водных видов спорта есть плавательный бассейн студенческий. Студенты имеют возможность развивать свои таланты в вокальных и хореографических студиях Дворца культуры и искусств университета, интеллектуальных клубах, школе вожатского мастерства и клубе веселых и находчивых. Свыше 5000 человек ежегодно собирает фестиваль «Студенческая весна». Наши студенты активны во всем – в учебе, науке, творчестве, общественной работе, спорте. Возможность проявить себя есть у каждого молодого человека. За время существования в Мордовском государственном университете имени Николая Платоновича Огарева подготовлено более 180 тысяч специалистов. В нашей стране нет такой отрасли экономики и сферы деятельности, где бы с успехом не реализовали себя огаревцы. Университет зовет к покорению новых высот в знаниях. Быть студентом университета – значит быть активным, энергичным, инициативным, творческим. Стать выпускником Национального исследовательского Мордовского государственного университета – значит стать настоящим профессионалом.